Приветствую зрителей моего канала. Очередная распаковка посылки из магазина F-магазин. Сегодня на распаковке простая и недорогая плетенка от фирмы Aqua. Фирма российская, базируется в Санкт-Петербурге и обладает собственным производством плетеных лесок. Также она выпускает целый диапазон рыболовных товаров от спиннингов до приманок для зимней рыбалки. И все это довольно неплохого качества и выпускается именно в России, что приятно. Такое себе импортозамещение. Леску она выпускает уже много лет. И вот Профикс это, пожалуй, самая простая из плетенок, выпускаемой этой фирмы. Выпускается, вроде поставляется в такой вот яркой упаковке, желто-оранжевой. Гляжу, у них простые лески. И хамелеоны Профикс примерно в одном дизайне выпускаются. Упаковки небольшие, компактные, но в принципе свою функцию выполняет. То есть мы видим окно с леской, которое мы можем сразу оценить качество плетенки на глаз и цвет ее. На вырезе, мы видим, что размотка 100-метровая, диаметр 0,1 и вес разрывная нагрузка 6,5 кг. Так, также указано материал, из которого она сделана. Видите, что это не просто Дайнем, а какой-то собственный материал. Так. На задней стенке мы видим весь диапазон лесок в этой серии. То есть она бывает от 0,06 до 0,35. С разрывной нагрузкой от 3,5 кг до аж 28 кг. То есть даже если вы не можете позволить себе какую-то дорогую плетенку, то вполне нормальную работоспособную плетенку вы можете выбрать. Даже из линейки простейших плетенок лесок Aqua Profix. Давайте откроем упаковку, посмотрим, что внутри. Так. Внутри довольно интересно выполненном дизайне бобина, то есть она не круглая, а почти квадратная, с скругленными краями. То же самое, что на упаковке имеем. И, соответственно, то, что мы видели в окошке, то есть цвет и характеристики плетенки, здесь, естественно, мы их видим тоже. Довольно интересно, что даже бобины выпускаются самой фирмы Aqua, потому что внутри бобины есть логотип самой фирмы. То есть, опять говорю, фирма самодостаточная и все, что она делает, довольно неплохое по качеству и небольшое по цене. Особенно сейчас это заметно с подражанием именно эту леску и продукции этого производителя фактически не коснулось. Так, что можно сказать? Ну и как и большинство простых плетенок, диаметр явно больше, чем 0,1, и плетенка плоская. Но плетение имеет довольно плотное, даже пальцами ощущается как довольно гладкая, несмотря на то, что она совсем простая и не красится. Вот я по пальцу ввожу, следа никакого не остается, как минимум неплохое качество покраски плетенки мы наблюдаем. Также у дешевых плетенок бывает, что при покраске видно, что кусочки прям красящего вещества остаются на самой плетенке. Здесь довольно чисто, то есть нет никакого мусора, я вижу пару кусочков от самой шпули, я вижу пластмассового обоя и все. Так, естественно, порвать руками такую плетенку невозможно, 6,5 кг, это, ну, видите, это очень опасный эксперимент. Безменом взвешивать, я думаю, примерно то же самое получится, что и заявлено. Единственное, что на узле, естественно, будет поменьше. Довольно приятное впечатление визуальное оставляет, то есть вполне качественно выполнена и упаковка, и шпуля, и сама плетенка. Опять же, не всегда нам требуется суперкачественная плетенка на каждый день, а вот бывает, что нужно кому-то дать второй спиннинг, там гостевой спиннинг, или какие-то условия ловли, когда нам жалко использовать дорогой качественный шнур, вполне можем обойтись чем-то подобным. И не сильно накладно по деньгам и вполне работоспособно по характеристикам. В целом, говорю, довольно неплохой вариант. За свои совсем небольшие деньги зачастую продукция Aqua стоит дешевле даже, чем что-то, приехавшее к нам напрямую из Китая. Видимо, везти из Санкт-Петербурга гораздо ближе и дешевле выходит.
Пожалуй, все, что можно сказать об этой плетенке, чисто при визуальном осмотре на столе. Остальное можно выяснить только на рыбалке при использовании данной плетеной лески. Все, всем пока.